Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Тоха, Пельмешка и Тортик, и сегодня мы снова играем в BMG Drive. Всем салют, народ. Здравствуйте. Привет, ребят. Ребят, сегодня у нас бимка, и сегодня у нас испытание под названием «Подъем в гору», а если быть точным, то пол — это лава. У нас сегодня есть вот такая вода, которая будет подниматься все выше и выше, и наша цель — спастись от потопа. То есть при нажатии волшебной клавиши уровень воды начинает подниматься. И наша цель — на автомобилях постараться спастись и не утонуть. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. А мы прямо сейчас вместе с вами спавним тачки рандомно, пока вставайте все рядом, дружненько, делаем тачки рандомно, бимкины по желанию можно использовать, реальные мы используем все машины вообще, которые не сломаны, мы их грузим, и у меня это сразу под самое начало неплохо выпало, пойдет Астон Мартин, что там у вас, что такое тяжеленькое загружается, Урус, блин, у всех тачки как бы неплохо выпали такие, Ламба, Порше, у Тохи здесь Крайслер 300C. Короче говоря, у Пельменя машина сломана. Сломанный Порш со сломанной коробкой, она не едет, поэтому меняй. Короче, после обновы BMG Drive многие машины реально стали сломаны. Это обидно, но что есть, то есть. РСК 5, да. Окей, мы готовы, тачки у всех есть. И давай торт отсчет, и на счет 3 мы нажимаем на клавишу старт и стартуем. Раз, два, три. Поехали, пацаны, начинаем убегать. Как будто Пельмеша подотстал чуть-чуть, но как будто бы... Да, там проблема. У меня дрифт до сих пор, пацаны, пока не зацепился. Так, обгоняем и Тортика, нормально. Так, ну рассказывайте, кто утонет. По-моему, Пельмеша меня обгоняет. А у меня как будто бы... Ой, там Тоха пихается, я видел. Тоха пихается, а у меня, ребята, чек. У меня перегрев. У меня просто перегрев, пацаны. Очень страшно. И уходит от меня, зараза, смотри. Реально? Я в другую сторону начал смотреть, где FPS побольше. Какая у вас скорость, расскажите мне. 190. А, Ямай, дымлюсь! 200. Пацаны, сейчас Астон Мартин из чата выйдет. Я сейчас просто выйду из чата, я отвечаю. Не выходи. Ё-моё. Очень страшно. Как там у вас водой, пацаны? Вода обернитесь! Обернитесь, реально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а я все. Все, минус пельмень. А Тоха как? Тоха живой? Я пока да. Пока да. Пока-та-та. Немного оказалось. Ну, блин, обидно. Так, я первый, мне 5 баллов, 4 места за первое. 4 балла за первое место, плюс еще за экстра балл. Тортик едет, и Тоха. Да, и Тоха, поломанный Антон, че? Ты какой-то в кашу просто. Че за прикол? А, да. Антон в кашу просто раздолбанный, ну ладно. Сам ты, Ваня, в кашу. Так, Торту 4 балла. Тохи получает, Тоха, видимо, заезжает, поэтому Антону 3 балла. Да, Антону 3 балла и 1 балл Пельменю за то, что, в принципе, Пельмень не доехал, утонул в воде. Окей, мы, в принципе, обратно тогда респонитесь, воду уберите, и у нас новый раунд, новые тачки. Прямо здесь, прямо сейчас. Грузим пока автомобили. Ой-ой-ой, еще мне-то выпало, пацаны. А что там у вас? Делориан, о, Бугатти. Ты у смотри, меня там... Феррари. Там лорки-то разные есть. О, а у Тохи это в итоге Астон Мартин. Ну, это будет как минимум прикольно, весело и интересно. Желаю искренне удачи Пельменю в этом заезде. Скорее, да. Да. Ну и давай, Тоха, отсчеты, мы стартуем. 3, 2, 1. Поехали. Ага. Ой-ой-ой. Прощайте, друзья. Что? Бля, держись. Куда, Ваня? Нормально, я удержал ее. Утонул. Все, раз, минус. Два, три. Пельмень минус. Пельмешка утонул. Как будто бы Антон тоже к этому близок, честно говоря. Ладно, не, у нас... Я переключаю ЕСшки просто. А, да? Ну давай там, пока переключай. Это очень скорость... Ой-ой-ой, на взлет съедает. Ого, реально взлет реально есть. Он сам по себе какой-то медленный. Он вроде как чуть по чуть набирает скорость, конечно. Да? Какая скорость? До прямой дойти. Реально, Тор заглох! Минус Тор заглох, пацаны! Ты понимаешь, да? Пошел ты. Я объеду. Я объехал, нормально. Белый дым впереди. Да, там реально пельмень. У Торта эта машина. Тоха утонул? Все. В смысле? Ну он очень близок к этому. Он по прямой едет, волна догоняет сильно. А, нормально, 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 в горку. Повезло, повезло. Реально? Обалдеть. Так, мне 5 баллов, все зафиксировали.
торт. Так, пельменю один. Тонет. Торт. Да, утонул. 2 балла торту. И Тоха, давай, спасся. Да. Давай. Тохи есть и шанс. Но здесь такая, конечно, прямая, но небольшая, поэтому Антон спасся. Вода, тут подъем очень сильный, так что... У меня вода в какой-то момент коснулась задней оси. Реально? Охренеть. Да. Это надо было, конечно, видеть. И там но... в горку пошла, короче, на кончике. Повезло, реально. Ну повезло. Ушел. 4 балла Антона в итоге. Баллы мы записали. Напоминаю то, что мы за финиш еще баллы дополнительно зарабатываем, поэтому да, в этом как бы чтобы было все... Нет, оба, тебе 4 балла. 5 баллов мне в этом раунде. Ладненько, пока воду уберите, встаньте обратно все дружно, и мы меняем с вами автомобили. Поехали, спавним. Смотрим. Кстати, кроме компьютерных игр, я часто играю в мобильные. И одна из моих самых любимых игр — это One State. One State — это бесплатная мобильная онлайн-игра, действие которой происходит в Лос-Анджелесе. Здесь можно почувствовать себя полицейским, бандитом, бизнесменом или обычным работягой. В игре безграничные возможности для развития персонажа и совместной игры с друзьями. Кстати, недавно я узнал, что каждому игроку в игре дают бесплатный бизнес с высоким заработком. В игре очень красивая графика, зайди и зацени сам. Скачивай игру по ссылочке из описания к этому ролику и вводи промокод Donny, который даст тебе 10 тысяч долларов для быстрого старта и развития на One State. Жду тебя в игре. Итак, у меня Чироки. Ну нет. Чего там? Формула! Да это, кстати, неплохо. Кстати, а формула, это нормально, она быстрая. Да, кстати. Не улетит она. А здесь еще есть подъем постоянный, да, поэтому. Здесь вроде как, да нормально поедет. Смотри, как хорошо поехала. Нормально. Так, и ждем еще машину Антона. А у Тохи это Субару, кстати, она... Зацеп хороший, да, должен быть. Так, ну это будет как минимум интересно, потому что все машины, вот кроме Астон Мартина, как едут, я понятия не имею. Астон Мартин у меня уже был в прошлом раунде, он только дымил очень сильно. Ладно, давай тогда пельмеха отсчеты мы будем стартовать. 1, 2, 3. Поехали! Чего не едем? Ага, интересно. Давай, малыха, давай. А у него сигнала нету. Раздувайся. Как будто бы, Тоха, у нас с тобой проблема. Есть такое чувство, Антон? Да. У вас проблема огромная. Я ее прям жопой чувствую. Проблему? Да. Как вон будто бы пельмеха догоняет торта. Нет такого чувства? Я притормозил, чтобы я обогнал, не улететь. А, ну да, это логично. Это хорошее действие. Не такая скорость. Ну, тут как посмотреть, честно говоря. Не знаю. Тоха, живи! Антон, живи! Нормально, с кайфом, вода далеко. Пельмень дымится, я вижу. Дымит. Да, пельмень жесть, как дымит. Я 270 еду. 270, да? О, первая улица прикольная формула. Да? Так, пельмеха доехал уже или еще нет? Почти. А, нет еще. Почти доехал. Так, давай, Чироки. У нас есть цель. Ура, я доехал. Меня потихоньку до догоняешь, алё. Пельменю 5 баллов. Блин, реально, я торта догонял, но уже финиш. Я бы тебя догнал бы, успел, да, но не успел. В итоге 5 баллов пельменю, 4 балла тортику. А мне, вы сколько ехали? Мне 3 балла. Я полетел. 240. О. Има полетел, 270, реально. 270, 280 даже, и меня догнать не мог. По 300 была скорость, но, ребята, разумеется, скорость была больше, особенно на Астон Мартине. Ладненько, это было неплохо, все мы заработали балл, даже Тоха заработал 2 балла под самый конец. Ну, как говорится, окей, баллы мы записали, и обратно все дружно восстанавливаемся. Грузим пока себе автомобили, смотрим... О, Ламба! Слушайте, все машины сегодня как такие, ну, более-менее. Хеннесси Веном, BMW M4, блин. Тачки вообще имба. Сейчас у Тохи чувство будет жига. Я прям вот чувствую, что вот у Антохи будет какой-то автоваз, я отвечаю. Вот есть такое вот. Нутро мне подсказывает. А в итоге у Антохи это М5. О, кстати, на этой Бэхе мы еще ни разу не ехали. Как она едет, я понятия не имею. Слушайте, две Бэхи, Ламба и Хеннесси. Все машины реально прикольные, заряженные, самое главное. Окей, мы готовы. У всех автомобилей есть, это будет весело. И давай, Тоха, отсчет, и на счет 3 мы будем стартовать. 3, 2, 1. А, кого? Стоп, я забыл про воду. Уберите воду, да. Ты уже поехал так просто кататься, да? Да, я по привычке. Ну давай. Так, 3, 2, 1. Окей. Поехали, пошлифовали точнее. Так, но я явно быстрее вас всех оказался на старте, в всяком случае. Ой, и Тоха начинает. Тоха пельмень чуть не убрал, ну посмотри, что он творит.
Ну, там ладно. Битва, я хочу на это посмотреть, хотя вода приближается, но... Там не но... битва, я просто это... А-а-а. Боком еду. Нифига ты улетел. Ты бокоход? Блин, а я-то чё? А я-то чё? Я подлетел! Я подлетел! Я не последний! Я не умру в туалете! Чуть не убрал меня. Блядь, Антон! Антон! Ты где? Я не умру в туалете! У меня минус привод. У меня минус привод просто, понимаете? Я 4 секунды, все нормально. Давай, давай, езжай, 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 заводи, нет, заводи. Нет, все. Один балл мне, 2 балла Антону. Блин, ну просто, я прикиньте, я подлетел на вот этом переезде. Ее развернуло, это просто... Мотор дымится просто, гляньте как. А что сегодня какие-то все машины дымиться начинают? По жести. Короче, я понял. Да, вышло обновление. 5 баллов пельменю и 4 балла Антону мне. 1 балл Тохе, 2 балла. Капец. Не, ну это обидно было. Я еще как бы, да, я сильно газовать не хотел, потому что хотел на вас посмотреть, как вы едете еще немножечко. А меня сразу двое пытались убрать. Ну, я так, чуть-чуть, честно говоря. Ладно, меня машину смотрим. Слегонца. Так, у меня это Chrysler 300C. Какой-то был Chrysler у Тохи, но другой был, в таком случае. Астон Мартин тоже был у нас сегодня, но... Ладно, посмотрим, может быть, другая прикольная конфигурация, кто знает. Пока Бимкина тачка у племени, а у Тохи пока машины вообще нет новой. О, это Е34 вагончик. Слушай, такая прикольненькая, та машинка на самом деле. Это М5 или какой это? Подожди, не вижу шильд. А 540, это 4 литра бензин. Ну, неплохо на самом-то деле. Ладно, мы, в принципе, будем уже стартовать. И давай, Тоха, Тоха вернись. Антон, рано, рано поехал. Давай торт отчет будем мы стартовать. 3, 2, 1. Поехали. А, да? Да. Воду да. Все запустили, надеюсь, никто не забыл, да? Да. И мам, у меня дрифт, пацаны, не могу вырулить по-нормальному. Ура, я снова даже в первую гору не заеду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пельмеша! Все. Пельмеша! Пельмеша, живи! Живу. Но напрямую. Тоха, ну иди ты. Тоха, ну иди-ка ты нахрен, ну серьезно. Че ты. Пошел ну ты. Ладно. О, дрифт, дрифт, дрифт. Нормально. Пельмени, еще обгонишь Тоху, скорее всего, нет? Нет, вряд ли, наверное. Нет. Удержал. Вряд ли, да, я наверное. Я не еду напрямую от ней. Ну, наверное, скорее всего. От ней, от нее, все. Да. Утонул, да? 1 балл пельменю. Ну, видимо, торту 5 баллов. Скорее всего. Но... Догоняю. Тоха отстает чуть-чуть. Не, а, догоняет. Догоняет Антон. Антон догоняет. Не-не-не-не-не, Антон. Не догоняй. Антон, притормози. Нет. Вот, отрываться я начал. Понял. Не, ФПС не хватает. Не, догоняет все равно. Я когда вниз смотрю, я начинаю разгоняться. Реально? Это так работает? Из-за того, что машины нет. Я понял. Я смотрю чисто в землю, чтобы ты понимал. Я понял. 4 балла мне, 3 балла Антону. Я понял, хорошо. Я дальше, мне больше. Нет, братан, это работает в жизни даже не так. Ладно, все, мы спауним новые тачки, пока воду уберите. И мы грузим другие автомобили, смотрим, кому что достанется. Ну да. Ой, блин, это ребята далеко не уедет, к сожалению, скорее всего. Я так чувствую тоже. Ну, блин, а у нас у всех под вопросом, кто как вообще поедет. Реально, здесь 223, это МГ или не МГ, подождите, просто ради интереса посмотреть. Это вообще без шильдов, скорее всего, после аварии. Реально, потому что шильдов вообще никаких нет, непонятно какой это Мерседес. А это у нас, что, дрифт какой-то, что ли? Е32 вообще. У Тохи пока та же машина, у меня это хоть и СРТ, но, ребята, это... Капец, он ленивый, он супер ленивый. Ладно, и у Тохи в итоге что за машина? Это... А, о, тоже под вопросом, это БХ-6, как поедет, ребят, тоже мы не знаем. Ладно, давай в таком случае, Антон, отчет. Семейную тачку, поэтому... Ну, двухдверную, да. Двухдверная семейная тачка, давай отчет. Да. 3, 2, а, некого. Стоп, водить. Поехали уже все. Давай. 3, 2, 1. Давай. Давай. Раздувайся, собака. А, это беда, пацаны. Минус торт. Нет. Минус Тоха. Быстрее. Нет. Я тебя не пущу. Иди ты нафиг. Блин.
Ты ган... Ну что ты за человек? Это пельмень, он... Сам ведь не уедет, не уедет ведь сам пельмень, нет, не уедешь. Я на краю держусь. Не, сейчас будет прямая, не уедешь, все, утонул. 4 балла пельменю, мне 3 балла, 2 балла Антоше и 1 балл торту. Капец, ну ты пельмеша вообще. Я бы больше баллов заработал, е-мое, ладно. Окей, последний раунд в этом видосе, пока вставайте на свои места, грузим. И мне это Бимкина. Ты заработаешь, мне важно, сколько я заработаю. Ну я понимаю. Еп, о, твою меч, что это такое? Что мне выпало? Че там вот? У меня бэха семерка на штампах, заниженная под Азерлоу, или что это такое? Урус. Обалдеть. Я не знаю, как это поедет. Ребят, у него хода подвески вообще нет. Бэха семерка. Две бэхи семерки, слушайте, у нас здесь. Но у меня... Супер странная конфигурация. Ну что за штампы? Зачем это вообще было сделано? Ладно, давай тогда, пельмеха, отсчет будем и стартовать. Раз, два, три. Да, да, три. Да, да. Давай. Я забыл про воду. БМВ. На 2 секунды. БМВ. Ой, не, пацаны, я не уеду. У меня совсем овощ. Она еще и прыгает. А, я понял, надо вниз смотреть, вниз. Нет. Дима, я вниз совсем, у меня зависло аж... Нет, давай. Кто там, вы далеко, да? Ну не, ребят, я точно не проиграю, знаю. Буду последний. Потому что, ой, блин, что за БМВ? Что за штампы? Зачем такая машина на штампах вообще нужна была? Кто ее сделал такую вообще? Ну это так, просто. Так, я слышу звук слева, еще попробуем. Бадзу. Звук слева? Я, короче, все понимаю, но я хоть от воды уехал, но по прямой, ребята, я не уеду. А ребята уехали все, однако, от воды. Я все, ребят, я резко утонул в итоге. Так, все, окей, пельмеха лайк, очень хорошо едет. Ну, Тор тоже. О, реально догоняет вода, догоняет пельменя. Вот еще догоняет торта. Ну нет, отрываешься. Оторвался, хорошо, успел оторваться в итоге. И, ну да, получается 5 баллов пельмеши. Потихонечку греется у торта машинка, но не сильно. А Тоха, на удивление, на такой тачке будет вторым. Да, на бэхе это какая-то Е71 или какая-то, ребят, кто вообще знает? Не знаю. Я не очень разбираюсь в этих старых бэхах, поэтому... Но в итоге, да, 4 балла Антону и, видимо, у нас 3 балла зарабатывает торт, окей. Да, мне 1 балл. Ребят, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.